Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать кота из простых геометрических фигур. Нарисуем овал. Это будет будущая мордочка нашего любимца. Далее нарисуем два кружочка. Это будут глаза. А также нарисуем нос. Нарисуем нашему коту довольную улыбку. А брови нарисуем из тех же маленьких овальчиков или капелек. Полосками нарисуем нашему коту усы. А треугольничками на макушке нарисуем уши. Далее мы нарисуем воротничок и туловище теми же овалами. Нарисуем коту лапы. Состерем ненужные линии и нарисуем хвост. Наш кот будет иметь рыжий белый окрас, поэтому на туловище кота наметим пятнышки, как на батоне белого хлеба. Нарисуем нашему коту когти и посмотрим, что у нас вышло. Кот у нас получился такой хитрый и довольный. Наверное, он учуял, что у вас есть вкусная колбаса и, возможно, думает, что вы с ним поделитесь. Кот Батон, его так назвала одна девушка. И вот он ей передает с экрана привет. Мяу, мяу, мяу.